Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жевжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Да блин, где, что, куда? Блин, чем ты уничтожаешь-то, а тени? Что за херня? Как с одного? Куда это полетело? Я в Кёльн кинул. Одна просьба с вас, не кидайте в аулу кривой нос. Что? В его столице не кидайте. Почему? Я название клёво. Проценил. Это не заслуживает того, чтобы быть сожжённым. А, это ее у него. Так, нет, мне вот это надо. Предложение Индонезии. Ну, должен героически выйти я. Индонезия тоже такая фигня. Наконец-то, блин, достроился. Не, я то самое хотел сказать. Я относительно твоих действий буду что-то делать. Просто тогда очень поздно загружался, я ничего не могу сделать. Ой, вот это вот не надо делать. Это некрасиво было с той стороны.
Ты что, военный ведом? Чего? Улетать не собираешься? Китай, дашь денег? Вот так вот. Я не знаю, вы видите, но я захватил столицу Эфиопии. Огонь. Ну, попроси. И чё, победа? И теперь тебя стопать, я правильно понимаю? Ну это же не мои проблемы, не наши деды. Китаец, я тебе ответную сделку кину. Ты видишь, что дальше произошло? Отказался? Блять, посмотри в закрома. Слушай, Фёб, я все-таки предлагаю мир, только... А, благодарю. Трир и Дортмунд я заберу. Ну, ты, конечно... Ну, Трир, Дортмунд, Кёльн. Зашибись. Не, Дортмунд мне нужен. У меня тогда отваливаться... Не, ну слушай, смотри, ты Майнц, Магдебург, Яхен захватил. Нет, мне Дортмунд нужен только из-за стратресов. А что там за стратресы? Конь. Конь, да, конь, точно. Ты просто хочешь с конем выходить в поле ночью, да? Могу продать 105 коней, кому интересует. А что там за стратресы, я не вижу. А, ну нефть. Я ж могу тебе стратресы просто тоже просто дать. То есть это такая вот война, да, была, Лёш? Какая типа, такая? Ты там повоевал, там что-то захватил, потом я тебе все отдам и... Что все отдам? И пусть он меня забирает, да? Ну, послушай, мы сейчас, если мы не договоримся, мы сейчас друг в друга будем ядерки кидать с ним. Что? В чем прикол? Я готов. А Тини, так что нет, да? Я тебе сказал, мне нужен Дортмунд. Ты сказал, тебе нужен ради стратресов. Я тебе ответил, что да. Эти стратресы могу тебе дать. Я не вижу, какие там стратресы. Я не вижу там стратресов вообще. Там нефть. Нефть, окей. Я тебе могу давать... Да, я тебе не могу давать нефть. Так что, мне кидать ядерку, нет? Ну, кидай, видишь, мы не договариваемся. Ну, Дортмунд оставляешь, Трир и Кёльн забирай в чем-то. Ну, а что, Трир и Кёльн мало мне. Нечестно. Ну, забери китайцев. Это само собой. Это вопрос в городах немца. Так мы не договариваемся. Но меня не устраивает твое условие, что я Дортмунд тебе оставляю. Я не знаю, я понял, что тебе нужна нефть, но а мне нужен Дортмунд для того, чтобы захватывать китайца того же. Я не знаю, какие у нас... Что тут можно сделать? Я тебе нефть не могу дать, у меня у самого минус идет. У меня минус? Атиню, давай мы замиримся, я тебе нефть дам. О, видишь, какой еще вариант есть. Все миримся, я тебе не отдаю.
Лёх, быстрее забирай меня, я сейчас засну за монитором, я сутки на ногах. Причём уже полтора суток. Ну я понимаю, что Атини на самом деле хочет индонезийца забирать дальше. Так, ну что, попробуем ядерку. Блин, а ты таймер увеличил, нет? Я не знаю. Ну давайте попробуем сюда, я думаю, что собьет все-таки. Мне не хватает его купить. Капец, ну жесть. Ой, я же понял. Нет, не сбил. Так чё? Ладно, это я тоже еще стерплю. Да. Да блин, какое у тебя предложение? Вот, Атини, у тебя какое предложение? Ну, я же тебе говорю, мне нужен Дортмунд. Какая-то смотреть этого. Скажи мне, я тебе скажу. Что? Мне не хватает таймера посмотреть, где стратрез на карте вообще, в принципе. Тебе именно нефть нужна, я понимаю. Ну да, очевидно. После да, чего ты идешь типа на Виндонезе, я иду на Китай. Не пошли бы вы оба лесом? Ты две минуты. Так мы и лесом пойдем как раз. Чтобы тебя забрали, ну, как бы можно быстрее. Сейчас их лесом посылаешь. У тебя нефть около Кардифа, например. Нефть у Полинпанга есть. У Кардифа и Полинпанга, например, вот тебе, пожалуйста, взамен Дортмунда. Так мне еще туда дойти надо. Ну все, давай договариваться. Кёльн, Трир и Дортмунд мой. Тогда отсчитывай там или еще чего. Дай мне тогда 20 нефти, пока я буду захватывать. У меня нету, ну посмотри, у меня 0 нефти и минус 5 вход. Надо подумать. А если говоришь, я не могу тебе дать. Типа больше не отваливается. Ну, это потому что я снял, ну, уменьшил количество жителей. С это, таким странным макаром теперь у нас Дед Бородет лидер по науке. Как это произошло? Да бывает такое. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Конечно. Так там выбил. Ну я там повырезал немного, да. А это ты делал? Да. Это что потом сказать, что у тебя там послов нет, да? А ты какой умный. Ну, неплохо. Не особо, если я спалился.
Ну, испарился, точнее, сказал. Лёш, можно в виде исключения я выйду? Я не тяну вообще, я сижу, я просто засыпаю перед монитором. Я дико извиняюсь, я физически не вытягиваю. Ну, что поделать? Я вот сам не люблю так кидать, но я просто не особо был готов. Я думал, потяну, вообще сижу просто... Такой вот, открывай глаза, у меня же танки. Так, Трир надо брать... Алюминия, конечно, мне теперь не хватает. Но все равно хоть как-то да допилим. Я уже четырьмя походил. Мы так этот город перебивать будем. Бля, три жителя осталось. А ну что, 10, точно 12. Да, и у меня, конечно, мало науки теперь. Так, а сильно Кёльн? Вообще сильно. Что-то один житель. А Тинь, а чё у тебя тут рабочий стоит на театральной площади? Это демонстрация и одиночный пикет. Ты перепутал. Да, так он на моей театральной площади. Вот тебе это привет шлёт. Осуждает. Ты чё мой минус Джейрос убил? Моих юнитов тоже убиваешь? Нет, я думал, мы типа договорились, я уже два хода ничего твоим юнитам не делаю как раз. А чё так? Слишком много кнопок. Так. Человекоподобных роботов будем делать. Так что откладываю. Ну, я думаю, две штуки я сделаю, поэтому здесь... Давайте плюс 4. Кампус поставим. Да, тут откладываем производство. Классно. Ноль алюминия. Так, Кёльн. Еще один ход подержится. Да, кстати, не факт, что мы улетим. Хотя, блин, а кто-нибудь вообще космопорт построил? Так, это интересно. Я здесь. Если что.
Давай. Насчет 3 только, да? А, ну что? Ладно. Там просто такой момент, крика не захват голем. Ну ладно, все, понятно. Ну, взял, у меня этого Васька убил. Да что, он же просто мимо шел. Ну, подумаешь, что-то прихватил. Всякий может. Тут вертолет. Живой вертолет. Не, давайте-ка карнавалы. А, блин, я же хотел робота. Ладно. Очень сделка. Это была сделка на передаче жестяной. Дед предложение. И от меня дед предложение. Ой, можно мне косметику и игрушки? Нет, нельзя. Что будет очень плохо, по счастью. Они же поевать было. Такая корова нужна самому. У меня 5 источников нефти и 0 алюминия. Кто там хотел нефть? С кем торговать? Мне. Не надо. Ты китаец, тебе не надо. Чувство пахнет обманом. Хорошая сделочка. Блин, этот ела что-то там, блин, до сих пор извергается, тварь. Елабьер, блин, обозвали что? Куда, интересно, Эфиоп вышел? Барбаросса Елопухану с чем-то там... Не в умные материалы. Куда самолет делся? Где? Куда самолет делся? Самолет куда исчез? Пустим. Ну что, было два самолета. Один я убил, второй исчез. Да. Да. За ней сел? Прошлым ходом ты убил двумя самолетами своими? Нет, он там в ОХПшне висел. Ладно, только не знаю куда. Ну как я понял, потому что аэродром разграблен. Я что-то такое слышал. Дед, ты что-то какой-то жадный. Я? Мне да пофигу, можем воевать дальше. Да. Да. Да.
Сколько у тебя тебе самолет станет? Так, когда у нас там героические 4 хода? Два лёг с захватами, я даже поддамся. Поддаваться не надо. Красиво. Тогда просто уйду. Тоже некрасиво. Нет, я говорил, что типа могу сейчас слинять. Я очень близок. Блин, вот какой-то... Эфелька достроится и все. Копа, копа кабана. Блин, можем мы все-таки выиграть или не можем? Улетом вообще еще 30 ходов. Золото. Анжи, а что там у тебя такое золотое, что у меня 60 золота к тебе право? Это ж ужас. Ну, индонезийцы впереди, вообще-то, по науке. Что она вообще дает? Монастыри? Никак, по 30 ход. Что будем ставить? Сорвать ракетостроение. У нас сегодня же никто не улетает даже. Ну, чтобы никто и не улетел. Похитить ускорение, может быть, тогда? А? Может быть, тогда похитить ускорение? В смысле, Атиня, так мы лидеры по науке, ты хочешь, чтобы они воровали у нас науку, да, и догоняли? Атиня, интересное предложение. Так что, мы срываем или этот фу? Предлагаю, не начисляются очки ученого. Там же всех нужно. За себя проголосую. Еще есть. Хорошо. 6. У кого там отнять? Да, найти. Я думаю, Ти не хочет почему улетать, поэтому он предлагает. Тоже столько, чтобы у меня. Да ведь я можно отнять. Вейфов воюет, у него меньше дипки. Меньше у него дипки, не успею. Так, а сколько у меня еще с Китаем союз? 30. 10 да ходов. Я сейчас всю валью. Что ты сделаешь? Я ее всю потрачу, эту дипку. Ну я просто ядерками закидываю и забираю. Он тут не может отбиться, видите, он как отстает.
Так, там дипломатии случайно вообще никто не побеждает. Дарвилл 12. А извини, извини, увлекся. Ой, блин, еще триер отваливает. Ну, 6,5 это еще более-менее. Так, давайте мы, наверное, сюда Виктора из Порту Алегри в триер. Один остался. Алексей, сделку. Джинсы на помаду. Помаженные джинсы. Ну, я думаю, тебе помада к лицу будет, ладно, так уж и быть. А мне, значит, не захотел дать помаду, да? А ты у меня просил помаду? Да. Не, подожди, стояночка. Ты у меня просто просил отдать тебе все. Ты же не торговал. Он же ресурс на ресурс предложил, а ты типа... Отдавай-ка мне все и помаду заодно. Нет, вот так просил, было. Только помаду попросил. Ты сказал нет. Зет, это с тобой торговый путь разграбили? Ну кто-то грабит, да. Тварь какая-то сидит и грабит. Матяш, я с тобой не в войне, как бы я бы не хотел, чтобы ты грабил мои торговые пути. Я не грабил твои торговые пути. Что? Я не грабил твои торговые пути. Как ты представляешь, у меня поляк слева, ты слева, я справа. Дед, я тебе только вот так могу предложить. На стороне деда ты мог грабить мои пути. Я не нахожусь на стороне деда, я у себя дома сижу. Вы же там воюете. Ну ладно, я просто... От сердца отрывает. Ага. Гипс от сердца? А что у тебя гипс на сердце делал? Венгер, по-моему, положил. Лежит на сердце тяжкий гипс. Что непонятно? То есть не очко обычно губит, а к 11 гипс? Да-да. Надо как-то так, да. Мало алюминия, блин. Воу, китаец. Я готов. Что это за прикол сейчас? Раз, два, три. Что ты делаешь? Ну вот зачем ты это китаец сделал? Так не доставайся же ты никому. Так это же игрок просит людям, нет? Да. Мне не нужен здесь плацдарм. <с
каждый ход чисто. Мужик, кто-то надоел. Блин, а почему у... А почему в Хатусе 17 послов венгра и... Больше никого. Он опять? Ну, ладно, вылезу. Не, почему-то мои три посла должно быть. Да, венгр выгонял всех послов, я говорил об этом. Ну, скидывай, да. Так, ну я бы попробовал улететь на самом деле. Давайте попробуем из Рио. Так, где я тут могу космопорт поставить? Угу. Давайте передадим какой-нибудь скот вот этот. Отдай этот город не просто и все. Не нужно будет сажать губернатор. Зачем тебе город с одним жителем? Так, еще у меня два торговца, что ли, еще? Нет, один. Блин, каким-то странным образом прям довольно наравне четверо идут. Ну, еще по 67 технологий. Ну, смотрите, у нас 143 ход. Не факт, что можно улететь, поэтому по очкам можно выиграть. Так, Эфиоп построил космопорт и открыл все техи. Ну, собственно, я тоже открыл на самом деле. То есть, считайте, нанотехнологии, умные материалы. А почему? Ты на первом месте. Надо ж палить тебе. А, они тоже мир заключили с Индонезией. Ну, Дарвилл, конечно, что-то очень сейфово играет. Дарвилл, ядерное оружие. Дарвилл предал Атинью. Атинья использовал ядерку. Не против кого? Я что-то не хочу, да, нет. Да, я тоже готов. Наверное, не особо нужно с кем-то. Не, ну я какой-то подразумевает какой-то отсчет, я не знаю, так странно. Война начала. Чего? Он умер, что ли? Отремонтировать тут всякие штучки. Дед, дай денег, пожалуйста, я тебе верну 300. Чего 300? Ну, денег, да, я тебе предложение кину. Зед, ну ты, блин, я арму хотел забрать, ты и там все зря. Что
Ты арму хотел забрать? Да. Там ресурс есть. Какой? Брат. Понимаешь, я как только появился на этой карте, я понял, что арма хорошая КГшка. Урана мне это говоришь? И начал союзить ее, да? Эх, опять перегонять по войск. Нет, ну я тебе Сингапур-то отдал. Да, я Сингапур не хочу. Ну, в смысле, это... На Газограмму отдал, но ты их не забрал. Нет. Почему? Да, потому что они слишком апнулись, когда у меня... Венгар, дай соточку. Видишь, на Газграмму сколько сейчас боевой мощи? Ее, кроме как самолетами, взять нельзя. А Сингапур, он просто бесполезный оказался, я такой, ну ладно. Чувствую, только кризис. Чё-то против Атинью аж весь мир, я смотрю. Ну, он мне войну объявил, я поэтому... Я всю игру так играю. Алло. Венгр, я готов. Я тоже. Ну, понятно, что мне на туризм ничего не надо, вот это все вполне норм будет работать. Блин, я еще много шпионов, кстати, могу сделать. Так, ну этого мы забираем. Я думал, ты знаешь, кстати. Нельзя же так уничтожать. Дарвилл, ученого забери. Ну ты ж видел, он сразу его взял и уничтожил. То есть не надо это не мой ученый. Ну охренеть, ну почему плюс 100% досталось Эфиопии? Такой-то прикол просто. Почему? Просто прикол. У Эфиопа плюс 200% вообще. У него и инженер, и ученый. Но это какая-то хрень какая-то. Короче, мне надо термоядерки делать и в Эфиопу кидать, потому что это без шансов тогда. Я не использовал, если ты про кнопку приоритет на цель, я не использовал. Ну а почему он сразу убил? Он мощный, он 120. Я нажал кнопку B, это типа дальняя атака, ну, и выстрелил. Да как он убил тогда сразу? Я не знаю, я не нажимал на эту кнопку. Ну, гарантирую. Как он убил, не знаю. По-другому никак. Вот, я навожусь 129 против 95, ну что, вот фулл хп сносит. Могут на то, что... На то, что подсекенш всех. О, не, скрин, может. Ну просто я навожусь. Так что. Ага, это вот момент не убил. Это бред, конечно. Мы будем продлевать детство в союз. А, ну да, что вы, конечно. Кинул. Примешь союз? Mm-hmm.
Может, блин, какой-то прикол просто. Просто прикол. Причем оба раза просто на халяву. То есть это не, знаешь, вот не читал. Вот тут ему это досталось. Вот и все. Просто повезло. Они же все-таки рандомные эти ученые. Слушайте, а кто в курсе, что за Марина Раскова, великий полководец? Марина Малинина родилась в среднеобеспеченной музыкальной семье в сталинской России. Уже чувствуется какая-то клюква в начале. Ее отец был оперным певцом, мама работала учителем музыки. Ничего удивительного, что Марина мечтала о музыкальной карьере, но в юношеские годы ее интересовала и химия. Стала... Судьба Марины круто изменилась в 41-м году. Она сформировала авиагруппу из трех женских авиаполков, 46-й гвардейский ночной бомбардировочный полк. А, ночные ведьмы. Ночные ведьмы. Вот, вот оно чё. Ну, прикольно, что Фераксис об этом знает, кстати. Даже для меня это как бы новая информация. Не знал. А че, не прекращай. А, дед, ты еще воюешь с Венгром? Ну что, там договоритесь уже? Едем. О чем? Ну я с ним мир заключил, если что. Ну я понимаю. А Тиня, а со мной у тебя война просто по приколу или че? В какой момент это все произошло? Не знаю, ты напал на меня. Я тебя не нападал. Я от тебя получил объявление войны. Значит, кто я ни с кем не был в союзе. Меня написало, что типа ты мне объявил войну, и ты разграбил мой торговый путь. Ну, вполне возможно, что этот Бразил напал на меня. Боже мой, это Бразил. Бразил напал на меня. Польша напала на Бразил. Вармонгер, получается. Это Вармонгер. Поэтому... Район дает дополнительную ячейку военных. Ну, я, кстати, ее даже использую сразу. Ай-яй-яй. Так, смотри, что там Китай. Я бы тут, наверное, отложил термоядерки строить.
Буэнос-Айрес засыпало снегом. Так, это будет по 10 урана. Тут я буду... Ладно, тогда в Ресифе и Куритибе я строю термоядерки. Хотя, может, это... Тут 134, а тут 76. Нет, лучше в Рио. Тут давайте тогда шпиона. Блин, я тут дострою... Вот это не хорошо. Давайте шпион здесь тоже. Будет просто потреблять много урана, пока я Пекин не захвачу. Ладно, господа, я прошу прощения. Это вот сейчас будет последний ход, и дальше будет великий ужасный бульвин под названием Интервейте. Потому что Польша сторон. Мы их, наверное, степень ведем. Если вы там здесь. Ну что там? Давай, погнали. Я готов. Давай, раз, два, три. Знаешь что-то. А что это? Тут все. Все известно уже. Чего? Что это было такое? Какой приступ словил. Так, господа, ладно. Всем спасибо. Всем до свидания. Спокойной ночи. К сожалению, я не смог вам составить конкуренцию, но подгадить сумел. Зачем? Для разнообразия. Вот такой человек. Вот и игра после такого. Ну, очень мне не нравился, что там Ахин стоял. Он не давал развиваться Чанша. Или не Ахин. Короче, что-то стоял. А чё, художников покупать ни Венгрия, ни Индонезия не хочет? Ты думаешь, мы смотрим? Ну, в смысле, ты думаешь, мы смотрим? Мне почему-то оповещение не пришло. Ну, потому что на этот ход уже брали. Вот, и Бразилия взяла великого художника. Мы уже не обязаны. Только на следующий ход. Блин, тут все уже утопло, я еще строю зачем-то. Да. Вот эту фигню можно не строить.
Лазеры украли. Но он в ускорялке еще не вышел, кстати. Раз, два, три. А Тиню, ты фанат Фейса, что ли? А при чем здесь Фейс? Ну, Эшкеле это что такое? Да, это так, чисто порог. Ты фанат Фейса, но стыдишься этого, я понял. Можно было еще меньше оставить город двух меток. Я вот наконец-то спустя 10 захватов додумался. Блин, что это за... Зачем одному жителю 20 клеток? А там Польша с Венгрией дуэльку катают, да? Да. У них там своя атмосфера. Мы можем, конечно, включиться в вашу игру, но... Что мы можем сделать? Ну, не знаю, у Польши был потенциал, но уже по науке до 400 вроде дошло. Но можно было... 400 заменить. Это было за счет тебя. За счет вот этих городов, которые ты захватываешь, ты теряешь. Больше я не знаю, как поднять. Не, мне кажется, я просто усталость от войны вот началась. Не особо-то оно так. Я вот думал как раз вот захватить тебя, как-то догнать остальных, но что-то не получается. Ну, захватить меня. Не так-то просто. Венгер, предложение. Леш, займешь 250, следующим ходом 300 верно. Нет, Тини, зачем нам дружба? Так я ее давал. Разве мы дружим? У тебя деньги кончились, понял? No one would... Дар вел предложение, верну 300 следующим ходом. А, так, я кому-то там должен. Кстати, мне еще не вернул. Кого? Я все вернул, у меня нет долгов. Индонезия. Венгер, я тебе кидал предложение, ты там прими, либо откажись. Дед, я сколько... Я ж принял, если ты про... А, понял. Дед, я сколько у тебя брал? Ну ты, блин, сколько ты мне? 300. Купить танчиков. 200. Пока нефть есть. 300 я тебе обещал вернуть. Ну, я буду кидать термоядерку сюда. Чтобы накрыть три города. А, блин, три города не накрывается. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение этой партии могут поискать прямо сейчас в вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.